Сегодня третий, заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать до 20 часов. На избирательном участке 3008, который находится в Самарской областной универсальной научной библиотеке, свой голос отдала Елена Пронина, председатель совета ТОС номер 1 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Для меня было бы странно не пойти на выборы, потому что это, как я говорила, не просто гражданская позиция, долг, это уважение. В первую очередь к самому себе, самоуважение, да, это уважение к своей стране, к своему региону, к своему городу. И если, скажем так, мы не выбираем человека, который будет помогать нам в дальнейшем улучшать жизнь нашего двора элементарно, да, как мы можем что-то с него требовать? Поэтому мы всегда ожидаем лучшего, ожидаем хороших перемен, и поэтому обязательно приходим на выборы.